дамы и господа, Августина Фуерегова, Россия, Владивосток. Играющий.
Далее вам нужно будет научиться базовых круток. Крутки это вращение вокруг пилона. Берем правой ручкой сверху, левой снизу, либо левой тоже сверху. Делаем несколько шагов по кругу, далеко от пилона. Если вы будете ходить близко к пилону, вас просто будет прибивать боком к нему. Вам нужно будет максимально далеко находиться от него. И делайте несколько шагов и подгибаете ноги. Главная ошибка новичков в изучении круток – это запрыгивание. То есть, если вы будете запрыгивать на него, у вас будет такой вот срыв, и вас будет прибивать пилон. Этого делать нельзя. Вам нужно на нем висеть, как на турнике, свисать вниз, чтобы почувствовать натяжение в руке и в плече. У кого слабый хват, людей, которые не могут еще висеть на пилоне на двух руках, на одной руке, понадобятся эспандеры. Эспандеры – это такие резиновые колечки, которые вы берете в руки и качаете себе предплечье и кисти. Далее. Есть такое упражнение, как разножка, либо вертолет. Это тоже один из самых главных базовых элементов, так как с него вы потом переходите на более сложные элементы. То есть, вот подъемы наверху, сейчас вам продемонстрирую. Беремся ближней рукой к пилону, это обязательно. Ближняя рука к пилону, в данном случае это правая рука, будет всегда ниже левой. Дальняя рука всегда выше ближней. Так как это момент тела. Мы опускаем, как в весах, голову назад и ноги поднимаем наверх. Есть такая распространенная ошибка у новичков, это как встреча головы и ног вместе. При таком подъеме у вас ничего не выйдет, то есть получается это вот так. Это очень распространенная ошибка, поэтому вам нужно максимально делать как кувырок назад. И представьте себе, как будто вы хотите достать ногами до пола. Мы подаем плечи назад и ногами стремимся попасть на пол. Вот туда. Тянем высочки в пол. И то же самое, кому тяжело делать этот элемент сразу, мы пытаемся достать одной ногой до пилона. То есть делается шаг. И одной ногой до пилона. Раз. И затем подтягиваем таз к пилону вплотную. Выпускаем одну ногу, выпускаем вторую. Далее базовыми элементами считается также стойка на руках на пилоне. То есть вы можете делать это с пилона, можете делать это с пола. Новички делают его в основном с пола. Правая рука сверху, либо левая. Вообще нужно уметь стоять на двух руках одинаково. Нижняя рука. Перевернутая ладонь упирается в пилон. И локоть обязательно упирается в бок. Кто знает, где почки, туда и ставим. И убираем ножки. Корпус подаем немножко в открытую сторону. В данном случае, если у меня наверху правая рука, корпус мы подаем немножко влево. Это делается для того, чтобы, я вам сейчас покажу, для того, чтобы не было у вас вот такого вот разворота. То есть, дабы избежать поворота вправо, вам нужно подать корпус немного влево. И таз тоже немного влево. Далее это все производится высоко на пилоне. Еще базовым элементом считается стойка на руках внизу у пилона. Для новичков я рекомендую делать это сначала на локтях. Вы спускаемся на коленки. Можете браться за пилон, можете не браться за него. Но руки далеко вперед нельзя ставить, потому что вам некуда будет плечи. Я в основном даю своим ученикам так, чтобы пальчики стояли на полу, так как вы сможете ими в будущем балансировать. Мы упираемся плечом в пилон, правым или левым. Это без разницы. Поднимаем таз наверх, надираем ножку и подпрыгиваем. Беремся за пилон и упираем обязательно вот так вот не стоять. Чтобы плечо не стояло на пилоне, его надо убрать. Вы касаетесь либо совершенствуем пятками, убираете копчик и стоим. Стоим в этой позе до тех пор, пока нам позволяют плечи. Пока позволяет кровеносная система, так как глазки будут наливаться кровью, будет не очень приятное ощущение, но это только на первых порах. Затем вы делаете то же самое, только на вытянутых руках. Когда вы почувствуете, что вам уже легко стоять, когда у вас уже укрепятся плечи, тогда вы делаете то же самое, упираетесь. Только уже на прямых руках. Руки
в один уровень с пилоном ставить нельзя, потому что вам некуда будет толкаться вперед. Нам нужно немножечко поставить руки ближе к себе, на ширине плеч, пальчики брось, это обязательно, так как пальчики нужны для балансировки. И толкаемся ножкой, цепляемся опять за пилон и опять же убираем плечо. И желательно смотреть на руки. Ведь когда человек смотрит наверх, он теряет ориентацию. Смотрим на руки обязательно. Еще в арсенале полудэнсера есть вращающийся пилон, то есть динамический пилон. Мы переходим к нему. Пилон находится на подшипниках, сверху и снизу. В принципе, это как делает ваш слесарь, токарь. Главная задача динамического пилона – это балансировка. Если вы не будете на нем балансировать, у вас будет кружиться голова в первое время. Для того, чтобы привыкнуть к этому, вам нужно будет делать вращение как просто на вытянутых руках, так и на стульчике. Первая задача, которую дают в основном новичкам, это обычная кружка. Как мы делали на статическом пилоне, то же самое делаем на динамическом. Беремся одной рукой сверху, одной снизу, делаем шаг и, свисая, поднимаем ножки и крутимся. Здесь совсем по-другому работает кисть. Здесь нет трения, кисть ваша не заворачивается сама по себе. К этому моменту ваша кисть должна быть крепкой, потому что она будет вот так вот разворачиваться по пилону, здесь. То есть, если у вас кисть слабенькая, кисть будет вот так вот выворачиваться. Поэтому вам нужен уже здесь хороший хват. В принципе, пробовать нужно, и пробовать нужно на две руки, как на правую, так и на левую. Далее делаем тот же самый случай, как на статичном пилоне. Делаем завод, максимально близко животом к пилону, садимся, берем салатком и сидим, вращаемся. Привыкаем к этой скорости. Главное условие в динамическом пилоне – это отступание от пилона и приближение к нему. Чем дальше ваше тело находится от пилона, тем меньше вас вращает. Это всегда помните. Чем длиннее вы выставите ногу или руку, или элемент своего тела, тем медленнее будет вращаться пилон. Всегда запомните, что когда вы приблизитесь, вас будет очень сильно вращать, поэтому вам нужны хорошие мышцы рук, естественно. Делаем перед этим отжимания, готовимся к этому, потому что будет немножечко потрясение. Сейчас я вам продемонстрирую, как динамический пилон работает с отдалением тела и с приближением тела. Нога у меня находится далеко, я кручусь медленно. Нога приближается, начинает крутиться быстро. И опять медленно. И опять медленно. В принципе, вот такое вот взаимодействие. То же самое произойдет, когда вы будете стоять вверх головой и пытаться залезть на пилон. Когда вы приблизите тело, вас будет очень быстро крутить. Когда вы отдалите, вы будете очень медленно. И опять же, вы приближаетесь, вас хорошо помнит. Отдаляетесь, вас перестает. Итак, сегодня я вам рассказала про основы полдэнса, про базовые элементы. Я желаю вам удачи в изучении и покорении этого замечательного вида спорта и танца. Так что до новых встреч, увидимся еще. Пока! Hostage in this skin, gotta help the weak ones win. So
money.